Казахстанская велокоманда отказалась от соревнований на 2 недели. Сообщение опубликовано на сайте Astana Pro Team. С сегодняшнего дня до 20 марта спортсмены не будут участвовать ни в одной гонке и пропустят соревнования Страда Бьянки, Париж, Ницца и Тирена Адриатико. Такое решение было принято после тщательного рассмотрения вопроса с менеджментом и докторами команды. По словам генерального менеджера Александра Винокурова, данная мера ради безопасности спортсменов и персонала, а также чтобы не допустить распространения опасного вируса в обществе.